Всем привет! Это канал «Разговор с Богом». Я ведущий Крутов Сергей. Сегодня расскажу медитация танца. В этом особом медитации говорят, что мы можем войти в особое состояние медитации. Она есть. В общем-то, медитация – это особое состояние нашего духа. Кто не входит в это состояние, тот не может познать. Многие говорят, что не нужно этого. В общем-то, не верят и ничего такого. Ну, это обычно говорят те, кто не пробовали никогда этим заниматься. Также при помощи танца, который я сейчас покажу, мы можем войти в транс. И после транса, как и говорится, по-другому особое состояние медитации, мы сможем увидеть многие вещи, не видимо глазом человека. Также, опять же, я могу повториться, люди, говорящие, что это невозможно, это никак нельзя. Вы проверьте, хоть меня, хоть другого, кто так говорит. И тогда посмотрите результат. Потом можете сказать об этом. Ну, ладно, дело не в этом. Я сегодня вообще просто хотел вам показать, как это все делается. Движение само, в принципе, не обычно это делается с атрибутами, но сегодня я покажу просто без них, у меня их сейчас нет, но когда в дальнейшем приобрету, ролик будет дополнен этим атрибутом, и вы будете увидеть их в совершенстве его. Ну, в общем-то, движение таково. Можете сделать вверх руку, а можете просто обычно движение. И главное двигаться. Но я сделаю руку вверх. Движение в одну сторону. Запомните одну вещь. Что когда вы будете крутиться в одну сторону, вы будете закружены. Обычно это делается в течение, чтобы войти в это состояние, в течение 40 минут. Но для первого раза вам достаточно 2-3 минут. Если вы там, вы можете настолько закружиться, что вы не будете ориентированы. Потеряете ориентацию. После того, как вы помните, 2-3 минуты, обязательно никуда не шагайте ни вперед, ни назад, иначе вы просто упадете. Вот сейчас, в данный момент, у меня все вокруг крутится, но я не упал. Заметьте, двигайтесь так и достигните того, что вы должны увидеть за пределами. Вы увидите многое. Но если вы боитесь, смотрите просто мой ролик. И все для вас я делаю. А если вам понравился этот ролик,
обязательно ставьте лайки, комментируйте мои ролики. Я буду отвечать на комменты, на любые, неважно, негативные и положительные, я отвечу всегда. Также рекомендуйте мой канал. Мы с вами будем добиваться больше подписчиков в ближайшем будущем. Я буду выходить в свет, а это значит, новые ролики будут за пределами квартиры. Вот. Я буду медитации делать везде. Везде свои интересные ролики делать. Также будет множество поездок. Вот, по возможности, поначалу за свой бюджет. Ну, как будет время. И не отписывайтесь от моего канала, кто подписан. А кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Я буду выкладывать, может быть, не так часто, как другие блогеры. Но постараюсь часто выкладывать. Раз в две недели, в три. А если получится, еще больше, понимаете? Ну, если я не буду успевать, возможно, я буду выкладывать даже по два ролика в неделю, которая будет. Ну, в общем-то, вы поняли. Ждите моих роликов. Вы обязательно получите интересное видео. А с вами был Крутов Сергей. Всем пока.